В Одинцовском округе продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привито 124 163 жителя округа. Из них 98 380 обоими компонентами. Всего с 29 июля по 4 августа первичную вакцинацию прошло 6292 человека. Это на 3% больше, чем за прошлую неделю. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что всего 22 пункта вакцинации продолжают свою работу в округе.